Нет, не, он не удержит даже. Вот сиди. Ты чего? Да нет. Это неправильно, это вам надо задом. Она видишь, что ты говоришь? Задом надо садиться ей, задом. Ну задом тогда садись, попробуй. У тебя там тяжесть, ноги будут рядом. Идти не может человек, ну почему не отвезти? О-о-о, намного легче, только не ложись. Сиди так, держись. Не крох, ну держись руками. Ну знаешь, как нормально. Я тебя отвезу там на огороде. Ловлю, человек не может, ну почему не помочь? Жизнь прожить, это не поле перейти. Женщина развивается быстрее, учится лучше девочки, чем мальчик-то. Но она раньше и стареет. Вот представь, говорят, старуха, проруха. То есть заговор. А если говорят старик, это означает что? Седая борода. Ну бывает, не у всех такая борода. Но зато уже как старик, это означает вождь племени какого-то. Это огромный опыт. А у бабки ничего нету. Вот мне сейчас вспоминается выступление Владимира Вольфовича Жириновского. Он говорит, как 50 что ли лет. Уходи сюда, уходи. Вот так. Уходи. Так, говорит, ее сразу, говорит, можно в дурдом сдавать. Нормальная сидит. Ну, мне 80 лет. Раздохалась. Да у меня силы-то знаешь сколько еще. Надежда Васильевна, будете вспоминать эти минуты, да, проезда. Вот я до травки довезу, а дальше эта тележка не пойдет. Потихоньку. Держись. За меня иди. Спаси, Христос. Иди вперед. Что со спины-то? Мы же не уходящие. Иди. Сынок, иди вперед. Мне дров надо принести. Пошли. Держись, а то у тебя головокружение. Давай, пошли. Давай. Просит дров. Все сожгла. Жжет воды. Раз в 10 больше двоих. Вот у нас отходов. Я не знаю, во сколько раз видно. Глазка. Давай, накладывай. Ну что, зачем такие? Это я их куда? Что, на печку не залезет? Да, не залезет. Ну давай по другую возьмем. У меня вот это залезет. Пошло, я ими топлю. Игнатий, это... у меня дверка сломана, я в дверку не вкну. Я через верх затоплю. Через трубу. Через... Накладывай. Нет. Сама. Ой, Боже, да куда же? Как холод ударит, так. Ой. Мы привезем. Сейчас, а зачем топить тебе? Зачем? Ну, не сейчас вообще. Ну, обед у нас сваренный. Ты помогаешь утром. Я не знаю, зачем? Ну... Ты топи тогда, когда я топлю. У тебя одна комната, у меня одна. Мне сейчас заготовить надо. А я заготовлю. Сейчас не надо тебе, ты их сожжешь сейчас же. Вот ухожу на куда-то на занятия в университет, печку заложил, в одной комнате живем. Не трогать, только спичку загорится. Хорошо. Я вышел, что-то там покопался, обернулся, уже дым идет, даже не ушел. Я мусор жгла в то время. Да я уже заложил дрова и уголь. Какой мусор? Что ты? Мусор был, я мусор жгла. Ну, вот, ты была... мне, пожалуйста, знаешь, водички, разруха, да? Где говорит? В башке, так и мусор-то в башке. Филипп, ты, пожалуйста, мне воды надо. Зачем? Ну, у меня питьевой воды совсем нет. Да сейчас Володя, да, без него никак. Ты бросаешь, у меня, посмотри, сколько насосов пожгли. Вот погляди. Так я что ли жгу? Ну, посмотри. Ты, я тебе говорю, отключил, никуда не отходи. Гляну, подсоединен шланг. Подошел, говорит, обошел вокруг, никого нигде нету. Насос сгорел один, второй, третий. Кто покупать будет? Смотри.
Тебе веры у меня нет на этом вопросе. Я пытался тебя. Ой, у меня там плитка включена. Ой, гости пришли. Ну, выключи сначала. Ну, все выкачало. А дальше это насос, он на холостую не работает. Так, попроси Владимира Александровича, он тебе принесет. Владимир Александрович, мне водички. Ну, да. Он включает. Сама даже близко не подходи. Перед концом сожжешь еще. Все. Я пошел работать. Но я не могу.